Ой, ребятки, я сегодня выспалась. Как хорошо. Я сегодня выспалась, встала без будильника, проснулась сама. Время начала 12-го. Я уже в магазин спустилась, мусор вынесла. Машинка у меня постирала уже. Умылась, ну так, по мелочи. Кровать не заправила, потому что сейчас будут просто не снимать. Кофе буду варить, пить, радоваться. Ой. Я не знаю, какой сегодня день. Не знаю. И число не знаю. Потому что счастливые часов не наблюдают. И счастливые трусов не надевают. Помните, да, это? Настроение огонечек просто. Просто огонечек. Ой. Как мало надо для счастья. Вот, например, чтобы ветерок крутился. Такой теплый-теплый ветер. Вот там ветерок стоит. И вот здесь стоит ветерок. Вот и вот. Там чуть-чуть побольше, чем у меня. Ну что, мои дорогие, что? Как у вас дела? Как настроение? О, кепку придется стирать. Я думала, что она высохнет и будет без пятен. Спереди хорошо высохло, а вот задняя часть, видите, пятно желтое, ну, наверное, от волос. Не знаю, чего. Надеюсь, что это стирается. Так, это полотенце. Знаете, что я сделала вчера вечером? Я разбила яйцо, просто оно мне упало на пол. И я полотенцем собирала и повесила его сушить, и так и забыла про него. А все равно я сейчас, в принципе, темные вещи стирала. Я бы хоть как его бы не стирала. Яйцо упало, и под кухонный гарнитур давай растекаться. И у меня первая тряпка была, вот здесь висела полотенце, я взяла, давай это дело. Но потом прополоскала, так пенилось яйцо, так пенилось. О, ушла на балкон, болтаю. Здесь же у меня мороженое. Здесь же у меня мороженое надо убрать. А все остальное так по мелочи. Достала ведро. Поставила его мыться, потому что. Там скумбрия была, чтобы запаха не было. Так, по мелочи купила. А, счета выставили за электричество и за воду. Так, по мелочи. Спустилась в магаз. По мелочи. Сегодня с девочками поедем на телеферике на площадь. Ой, на гору, на какую площадь. Орешки возьму с нами. Там, на закусочку. Вот это вот, слушайте, мне так понравилось. Вот эта вот паста, так понравилась. Творожная, обалденно просто. Это у меня уже вторая. Я вот ее попробовала, это еще купила. Она сейчас в Айсбир на скидке. 29 лир, а так она стоит 60, что ли. Я купила еще одну. Ну что, круассаны взяла 7 Days. 5 штучек. Халву. Халва сейчас тоже по акции. Ну, лепешка Рамазан, это оно и понятно. Так, по поводу счетов. Сколько мне выставили? Это чек. По чеку заплатила 289 лир. Цены вот. Так, значит, за электричество мне выставили... Ой, неправильно говорю. За воду в этом месяце мне выставили 15 лир 44 куруша. Так, по... А, вот я же еще купила пак воды минеральной и две вот такие вот. 7,70 что ли. Так, одна квитанция, это Оксанина, верхняя моя. А за электричество мне выставили 98 лир, а та нижняя Оксанина. 98 и 15, короче, 100 лир. Слушайте, я поймала себя на мысли, что я все время переплачивала. Вы понимаете? Я все время переплачивала. У меня же был включен водонагреватель. Я все время переплачивала. Все, что время это я живу, 2 года я лир, наверное, 50-60 переплачивала за электричество. Он у меня постоянно грелся, постоянно. Я вообще в шоке просто. Блять, никто ведь не сказал. А сейчас вот у меня, посмотрите, сколько вот потребления. 98, в том месяце не знаю сколько. Ну, кстати, у Оксаны сколько? У Оксаны 58, но они уехали в самом начале июня. 7, а, это я что, показала?
Так, а, ну-ка, подожди. 7,75 должна быть минеральная вода. Так, бадем, так, это миндаль 34, халва 26,95, 27 лир. Круассан 7 days 40 лир. А, да, 8 лир минеральная вода, 5 штук. Почему 5 штук? Круассан 5 на 8, их же 6 штук. А, тут она отдельно пробила. Да, 8 лир. Здесь она осу 2 литра. Акин на 1 литр 5. 1. 46,50 за вот этот пак с минеральной водой. А я не могу сейчас пить другую воду. Пью минералочку. Пью минералочку. Очень вкусно. И вам советую. Так, это на выход. Кепка. Кепка, кепка, кепка. Сейчас быстро посуду помою. Кепку-то я не сюда принесла. Надо мыть. Надо стирать кепку. Я также не буду ходить. Ой, надо белье разделать, господи. Раковину же я еще грязную оставила. Ведро помыть, раковину почистить очень грязно. Но это я знаю почему. Естественно, я знаю почему. Естественно. Так. Так, так, так. Унитаз у меня чистый. Зато унитаз у меня чистый. Сейчас быстро раковину. Быстренько, быстренько, быстренько. Легким движением руки, значит, превратится у меня в чистую раковину. Стакашек помыла дно. Хочу понять, вот эта вот паста хорошая или нет. Я же опять купила пасту, зарекалась покупать любую, кроме Рокс. Опять купила и опять вот не знаю. И опять не знаю. Опять не знаю. Так, достиралась. У меня здесь купальники. Достиралась. Хорошо. Все. Красота, красота. Раковину мою каждый день, потому что в этой раковине я и цветы полощу, и все полощу. И обувь тут же мою, и умываюсь. Да, каждый день. Заманалась я уже ее мыть, если честно. Эту раковину. А куда деваться? А куда деваться? Так. Пошла кофе, блядь. Упала, блядь, туалетная бумага. Жопой свернула. Так, мне нужно развесить белье, поставлю кофе, все остальное потом. Все остальное потом. Потом, потом, потом. А даже не турки чистой. Потом, потом, потом. Ну, как сказать, она и не грязная. У меня вся такая посуда, поэтому я и не парюсь особо. У меня нет такого, что, знаете, она стоит киснет, к примеру. Быстренько. Я не могу, знаете, тратить время каждый раз, блядь, мыть посуду. Я понимаю, что, конечно же, чище, красивее, когда у тебя пустая раковина. Конечно, это я все понимаю. Я ведь не идиотка. Ну, как сказать так? Сегодня хоть неделя. Представляете, я даже не знаю, какое сегодня число. Слушайте, ну, скажу. 22 июня, 12.08 сейчас. 22 июня. День памяти и скорби. У нас. Так, надо полотенце чистое достать. Война началась 22 или 24? Ты что, блядь, я вообще охерела? Я не помню, что ли? 22 же?
Да. Мы включим телевизор. Так вот, отвлечешься на телефонный звонок, полчаса прошло. Но мне нужно было поговорить, потому что мой мужчина сейчас уехал. Я разговаривала с ним. Мой мужик. Как это звучит, девочки, смешно. А, гляньте, какие цветочки у меня. Я их поставила в вазочку, там, где стояли макароны. Потому что в кувшине как-то не очень им комфортно стоится. Водичку поменяла. Красота? Красота. Красота, красота, красота. Так, телевизор. Телевизор, это варится, да? Мне нужно протереть стол и достать белье. Мне нужно на балконе протереть стол. Владимир Владимирович, в режиме видеоконференции. Так, сюда сумки ставила, из магазина пришла. Тоже несколько раз протираю на балконе, в день даже. Садишься, протираешь. Буду кофе пить на балконе. Только, да, порезалась-то. Сегодня 22 число. Это туда, с бельё. Развешаю. О, пахнет как приятно. Так. Надо унитаз, не унитаз, надо унитаз чистый. Надо этот помыть. А, ведро. Я уже, блядь, мусор вскопилось, пиздец. Там он уже всякие пакетики, чеки. Всякая хрень. Знаю, что потеряли меня. 2 дня видео не выкладывала. Потеряли меня. Это приятно. Теряйте. Теряйте, теряйте. Все из барбара достала. Все, все, все. Вот сейчас еще уберу воду в шкаф. Уберу сейчас еще минеральную воду. И все, вы понимаете? И все. И у меня будет целая мусорка. Конечно, маленькая ведерко у меня. Всякие юбочки, шортики. Ну такое. Такая юбочка. Все высохнет. Вот такие вот шортики. А кармашки пускай достанутся, чтобы просохли, потому что иногда карманы не просыхают. Вот такие вот шорты. Купальник. Ой, второй купальник. Одни купальники, блядь, настирала. Купальник. Бонпри. Купальник. Второй купальник. Я в нем хожу плавать, когда надолго. 2 часа, там вот.
Это идеально просто. Он и не сваливается, он держится так хорошо. Так, ну вот этот все видели? Где трусы-то? Вот трусы. Вот. Кофе хочу. Кофе. Рака я почистила. Сейчас вот, чтобы мне спокойно сесть выпить кофе, мне нужно, знаете, что сделать? Мне необходимо еще воду разобрать, а потом пойду мыть посуду, там уже гораздо проще. Мой сексуальный халат. Смотрите. Ну вот я тут покоряла мужские сердца у него. Это, кстати, тикетекс. Эти с кружевом. Так. Ну что покоряла, блин? С ней его сняли тут же, все, девочки. Смысл, блядь, вам наряжаться, когда со своего просто сейчас снимут. Не парьтесь просто. Халатик, трусишки черные, вот эти вот высокие. И все. Еще одни трусы, полосатые. И все, мои любимые, и все. Идемте кофе наливать. Да, все. О! 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 Кофе, пизда, блядь, Инна. Да, правильно, день памяти и скорби, правильно. Так. Владимир Владимирович, в Санкт-Петербурге. Нет, какой-то другой мужчина сейчас в Петербурге показывает. Айран, блядь, засох. Я сейчас как раз начну приборку на кухню. Это не страшно. Пока надо все окончательно засрать. Пока пью кофе, у меня там подсохнет белье. Купальник я сразу же уберу, потому что они быстро высохнут. А потом сниму простыни. Поставлю стирать простыни. И все. Это прям проверить, чтобы по питанию, чтобы ничего белого там от Айрана на кошке не осталось. Мне вообще некогда заниматься домашними делами. Вы понимаете, что? День памяти и скорби. Как это страшно. Thank you.
разрезала, то... И еще одно. Вот. Все остальное могу съесть уже и выдохнуть. Сюда. А что я хочу сказать? У меня ведро не мытое. У меня ведро не мытое. Сейчас пошла точно пить кофе. Иначе нафиг я жизни не почувствую. Ужасная дата в истории. 27 миллионов человек. Блядь, какой ужас. Какой ужас, какое горе. Ужас, какое горе. Какое горе для людей. Не буду я даже с вами чокаться. Получил тяжелое ранение в Курской битве, но выжил, оставив яркий след в памяти внука. Для меня, как для любого человека, любого гражданина нашего государства, это трагичный день, это день памяти тех... Тоненькая пушка. Тоненькая, горячая, не попьешь ни. Вот эта вот ручка тонкая, обжигает. Я не могу горячее вообще держать. Ни пить, ни держать, ничего, блядь, не могу. Возьму 7 Days и возьму шоколадочку. А сигаретки там у меня. Телефон, посмотри, вот фрикопластырем забинтовала. Держится прекрасно, работает исключительно. Даже удивлена, если честно. Отпал просто, держался на соплях, отпал просто. Конечно, мы помним. Такое, блядь, это преступление без срока давности. Конечно, мы помним, мы хуй забудем, блядь, и хуй простим. Надо мне к портному отнести это вот платье, чтобы его вот тут вот прищипнули. Вот так вот маленечко срезали, да? Вот так вот подчеркнули талию, чтобы грудка была. Вот так вот. Чуть-чуть так. Видишь, так вот. Подсобрали. А чтобы оно тут так и было колокольчиком развивалось. Тут очень красиво. Сейчас, может быть, дойду до портного. Сигаретки. Так, чтобы... Сейчас у меня... Да, вот я сейчас поняла, что мне надо сделать. Сейчас захлопнула двери туда, в комнату, чтобы не тянуло. Сейчас вот палики выстираются, вот эти вот шортики синенькие, не красные, синенькие шортики, выстираются, они это быстренько высохнут. До портного дойдут 10 минут. До портного дойду. Это возьму платье ему. И желтый сарафан. Чтобы бретели маленько отрегулировал. И желтый сарафан. Потом, короче, приду и вымою посуду. Да? Надо ведро вымыть. Надо помыть ведро.
она держала руку пораненного. Вот эта пепельница вот так вот ее сворачивала. Мама вчера сходила ко мне домой, взяла документы на квартиру, оплатила налог за мою квартиру. На субботу. Поверх щечков. Ну, конечно, ты плохо посмотрела, мама. Мне их надо будет в ЖКО, что ли, отнести документы? А я думала, надо отнести их в водоканал. Я думала, что я сила в водоканал документы отдавала. Ну, знаю, может, как-то. Мама, документы по поверке счетчика нужно отнести в ЖЭУ, к техникам-смотрителям. На второй этаж, это напротив Каспирович дверь, напротив директора ЖЭУ. А они там принимают по каким-то дням. Не так-то просто еще к ним попасть. 2 или 3 дня в неделю они работают. Какие-то определенные часы еще. Только техникам. Ни в какой водоканал нести не нужно. Ты относила свои водоканалы, потому что ты живешь в частном секторе. А у меня-то же ЖЭУ. Замотались волосы, закрутились. Мэр города Алания опубликовал, парень погиб из нашего города, ну, турок, в террористической операции на севере Ирака. На севере Ирака. И у нас 3 дня запрет на громкую музыку в городе будет. В Алании травы. А там пишут комментарии. Он мученик. В нашем городе мученик. Мужчина погиб в бою. Это так почетно. Мужчина погиб в бою. Так вот, по поводу 22 июня, по поводу сейчас спецоперации. Вечная память, всегда. Вечная память настоящим героям. Сожрем круассан. У них не было круассанчиков. У них вообще даже еды не было. Мне сейчас нужно отъедаться за всех. Не дай бог война. Просто не стираю, мусор выношу, вот так вот. Опять мы встречаемся на Пельзвиге. А я могу зайти поездить без лимошного? Налог заплатили за мою квартиру, за Каменскую. Мама с папой вчера ездили. Собственность же на отце, а документы у меня на квартиру. Они поехали, взяли документы и поехали в налоговую. Мама говорит, за 2 года что ли было не плачено? Все оплатили? Не хочу сказать, попить. Что-то не хочу. Все оплатили сейчас мне, за квартиру у меня заплачено, за налог заплачено, за налог за по ИП заплачено. Но все еще не получила и комет. Представляете? 2 месяца прошло. 2 месяца прошло. Это что-то, блядь, невероятное. Я хочу сказать спасибо. Короче, мне 1000 рублей прислала Юлия К. с любовью от дальнобойщицы по Европе. Юлия К. 1000 рублей.
И еще мне прислала 1000 рублей Ольга М. Инночка, удачи, успехов. Смотрю с удовольствием. Девочки, огромное спасибо. Вот мне вчера пришло это сообщение от Сбера. Девочки, огромное спасибо. Вы такие у меня вообще, вы такие у меня крутышки. У меня сейчас опять денежки маленько скопились. Оплатила налог, сейчас у меня опять подкапливаются. Не надо, у меня столько расходов, блядь, пиздец. Это, приехали продукты, видите, корзинку кладет, коробки. Директор магазина, она, я сейчас спускалась в магазин, она вот, она и пол моет, она и мусор выбрасывает, и тут подметает, и на выкладке, и по документам, и собрания проводят. Вообще, ну просто не хватает персонала, не хватает рук. Она, я не знаю, сколько у нее зарплата, она всегда на работе, она своих детей не видит. Муж, ей иногда, девочек, у нее две дочки, муж иногда привозит их, вот сюда вот она выходит по магазину, обнимает своих девочек и уезжает. А, и муж уезжает, она домой заходит, ой, на работу. Не могу собрать мысли. Я бы, знаете, я бы еще куда-нибудь в какой-нибудь отель бы съездила. На денечек, на гостевой вход. Что-то я розета. Кристи же у меня 27-го приедет. Кристи, моя любовь, привет, доброе утро, добрый день. Как дела? Ты готова к поездке в Турцию? Переграмминки. Девушка, которая ходила раньше в 10 часов, вот она идет. В красной комнате, покрытая голова от Мадо, вот она идет. Куда она ходит, блядь, а? Куда она ходит каждый день? Сейчас стало позже ходить. Сейчас время 12, первый час. Доброго утра вам, доброго дня. Открыть вам блог, что ли? У меня все загружено. Посмотрю, как просмотры по этим. Если достаточное количество. У меня уже 226 659 человек. Тут закрыла, потому что статистика, деньги, тут все такое. Так, я вам сейчас покажу, если вам открою этот блог, влог, где я, называется, на две недели свободная женщина. Там так горевала. Нормально. Это испытание нашим отношениям. Так, 12.33 на две недели свободная женщина. Подарили цветы. Ну, это мужчина. Который мне и ранее дарил цветы. Директор магазина цветов. Ведро мыть, мусор вынести. И к портному идти. Приду, ведро вымыть, поставить его сюда сушиться. Снять простыни поставить, стирать. О, сейчас мою ведро, снимаю простыни, ставлю стирать. Выношу мусор, иду к портному. Прихожу от портного, мою посуду, одеваюсь, собираюсь и там немножко отдохну и на телеферике поеду. Все расписано по минутам. Люблю. Пока.